Да. Есть другое такое интересное такое дыхание, как ты вам показывал. Называется сатнам. Но это надо, естественно, сесть на колени. Руки вот так вот поднимаются. И ну, я покажу его, так сказать, упрощенный стоячий вариант, который, помимо всего прочего, того, что я вам рассказывал, этих всех положительных качеств, еще создает интересные вибрации. То есть мы на выдохе говорим сат, а на вдохе говорим ном. То есть это не слова, а звуки. И получаются очень интересные вещи такие. То есть вот идут вибрации, которые, как бы сказать, дополнительно очищают, стимулируют наш организм. Сатном, 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 сатном. Сатном, 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 сатном. Слово сат или звук сат — это выдох. Нам делается так, что это воздух идет через нос, не через рот. Сат, а это ном, сат, 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 ном. Очень интересные вещи получаются, еще более сильные, более изощренные. То есть вообще йога такая наука продвинутая. Ее мало кто понимает, но уже тогда. Тогда было досконально разобрано, что и как действует. А в дальнейшем, просто только человечество забывало эту науку. Забыли мантры, забыли эти самые, как его, ритуалы, которые, янтры там и так далее, которые позволяли взаимодействовать с разумными силами пространства, в котором мы находимся.